Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала «Ремонт сельхозтехники». Снимаю видео для Авито на продаже кировец К701. Их две единицы у нас, один в цеху собирается. Полностью его сборку можно посмотреть на моем канале. Во вкладке «Видео» там полностью вся история сборки трактора. Как этого трактора, и так и второго трактора, который в цехе собирается. Кому интересно, можете зайти в YouTube, в поиске наберите «Ремонт сельхозтехники». Подробно увидите мое видео. Данный трактор собирался с рамы, модернизированный. Фары уже вместо круглых ставим квадратные. Полностью облицовка вся новая. Новые крылья, новые баки. Новый капот, новая решетка радиатора. Новые ящики аккумуляторные. Новая резина, новые диски. Гидросистема полностью вся новая. Мосты, полный капитальный ремонт. Воздушная система новая. Энергочист ставим камазовские. Камазовский ручник тормоза. Ресиверы камазовские. Труба шарнира восстановленная. Гидроцилиндры, гильзы, шток новые. Коробка нового образца с унасным фильтром. Старого образца фильтр в корпусе. Удобно при обслуживании. Распределитель, полный капитальный ремонт. Новый гидробак. Навеска частично новая, частично восстановленная. Кабина первой комплектности. Сейчас я вам ее покажу. Итак, по кабине. Кабина собиралась с каркаса под новый, первую комплектность. Бол с шумкой. Новое сиденье собственного производства. Дворники камазовские ставим. Дальше приборы новые, 24 вольт. Проводка полностью вся новая. Трактор 91 года. Также предоставляем гарантию. Сейчас я вам покажу двигатель. Двигатель 240, 300 лошадок. Радиаторы новые. Заливаем антифриз. Даже отметка ставим. На моем канале даже видео есть, как мы заливали антифриз, как в первый раз заводили его. Новый компрессор, новый генератор. Электромуфта. ГУР восстановлен, и под заказ можно поставить насос-дозатор. Выхлопная новая. Новый МЗН. Цилиндропоршневая группа. Коленвал. Аппарат восстановленный. Кому данный трактор интересен, звоните, заказывайте. Две штуки есть. Кому нужно побольше, соберем. Ремфонд есть у нас. Сборка в течение месяца. Кому было видео интересно и познавательно, подписываемся на мой канал. Чтобы не пропускать новые видео, поставьте колокольчик. Также поддержите меня лайком и в комментариях. Всем пока!